Пожалуй, впервые модный показ стал одновременной выставкой репродукции известных русских художников. Каждый из представленных нарядов – воплощение той или иной картины. Работы художников дизайнеры Владивостока выбирали сами, при одном условии – полотна должны принадлежать кисти авторов из собрания Приморской картинной галереи. И, конечно, когда мы отбирали произведения, которые могли бы войти в коллекцию, то мы обратили внимание наших замечательных приморских художников. Не зря мы носим название «Приморская государственная картинная галерея». И большая часть коллекции – это замечательные работы приморских художников, многих из которых уже нет с нами, но которые стояли у истоков основания и приморского искусства, и приморской живописи. Дизайнеры признаются, участие в показе Art and Fashion – некий вызов самому себе. Возможность прикоснуться к великому русскому искусству через моду – опыт уникальный, а вдохновения ждать не пришлось. Это репродукция картины Бальзамова, нашего приморского художника. Картина называется «Сирень». Это моя любимая цветовая гамма, сине-фиолетовая. Поэтому, когда я увидела этот свитшот, это первое, что я взяла с полки. И внимательно рассматривая детали этой картины, я попыталась уловить технику создания картины, вот этих мазков, передачи цветов, деталей, и попыталась перенести это на юбку. Готовый свитшот с репродукцией картины художника – обязательная часть образа. Именно его дизайнеры должны были дополнить другими элементами одежды и аксессуарами. Организовать такой показ на площадке Designers Town VL – идея известного модельера Алены Миланской и директора Приморской картинной галереи Алены Доценко. Подобные проекты уже представляли ведущие музеи страны – Третьяковка, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Эрмитаж. Вот развитие этой линии одежды в виде свитшотов, она получила сразу вот такое яркое-яркое проявление. Нам очень приятно, что дизайнеры, они не просто откликнулись на наше предложение, а сделали очень креативно, творчески. И образы, которые они предложили к этим свитшотам, они яркие, они запоминающиеся. Для дизайнеров Владивостока создание коллекции Art and Fashion – новый шаг в развитии своего дела. Для многих участников это первый опыт совместной работы над проектом. Обычно же у каждого дизайнера своя коллекция. Каждый что-то готовит, что-то продумывает. А здесь мы поработали все вместе, это было очень интересно. Мы с таким ожиданием, с каким-то трепетом хотели увидеть, что же сделал каждый из нас. Результатом такой арт-коллаборации остались довольны и гости показа. Некоторым из них уже не терпится приобрести модели из коллекции приморских дизайнеров. Я так просто вообще в восторге, потому что это именно наша местная. Я даже удивилась, что у нас такая идея возникла. Но очень приятно. Спасибо дизайнерам, я в восторге. Даже хочу себе что-то приобрести и внучке. Очень красивые модели и очень такие необычные, я бы сказала. Во всяком случае, я таких людей не видела. Увидеть очередной показ коллекции Art and Fashion от Приморской картинной галереи и Designers Town VL можно будет во Владивостоке в дни Эрмитажа 5 октября. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.